мальчишки лежат голыми, сверху кофтами. Маленькие. А навстречу мне выходит вот такая зараза. Больше собачья. Так, хвостом чирп, чирп. Взвыла. И бежать в обратную сторону. Думаю, догонит ведь на четырех ногах, она же как собака, наверное, бегает. В общем, через некоторое время я встретила всех. И мы пошли смотреть. Оказывается, это мой вопль, и малыши убежали, она убежала. Она он, не знаю. Так следы от вас, я плачу. Она говорит, ну ты что ж, как ты так получилось? Мы не видели, а ты не делала. Я говорю, ну вот, ну не знаю. Ну, напугалась я даже. Если бы не ваше вот желание посмотреть.